Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек Wildberries, сезон Яндекс.Маркет и рандеву, много интересного. Итак, поехали. Покупочки Яндекс.Маркет и Озон. Озон, Жардин, там сейчас в этом месяце у них колесо удачи на Жардин. Я девчонкам в Телеграм такие вещи скидываю, поэтому кто не подписан на Телеграм, подписывайтесь, ссылка под видео, там бывает интересно очень и весело. 150 грамм за 200 с небольшим рублей, я считаю, это очень дешево. Выбрала среднюю интенсивность вкуса с промокодом, вот с их вышло замечательно вообще. Мне кофе Жардин устраивает и по цене, и по качеству. Так, дальше. Я купила спиннинг, не буду уже показывать мужу, на Новый год. Уже спрятала. Что я вам буду показывать? Меня смотрят одни девочки в основном. Но если вдруг мужу нужен, я просто не буду его распаковывать. Я в них не особенно понимаю. Но ссылку оставлю. У кого рыбаки, отзывы хорошие, цена адекватная, дешевая. Даже, я бы сказала, и вроде бренд такой хороший. Так, и купила катушку. Но катушка, она такая тоже интересная для рыбаков. Кому надо, тоже ссылку оставлю. Кто мужьям думает, что подарить на Новый год. Показывать тоже не буду, потому что вы так же, как и я, по-любому не понимаете. Но это необычная катушка. Они как-то называются... Вообще по-другому, это не просто катушка, на которой наматывается леска и все, вот, да, а она какая-то вот интересная, другая. Так, а это у меня Яндекс.Маркет, это пенка для принятия душа от Грасс, 750 мл, сейчас открою, цена около 300 рублей, был промокод тоже, была вкусная цена, сейчас я первый раз такую увидела, у меня есть пенки для мытья рук, это мыло, как бы пенка, да, а здесь Грасс Милана, пенка для душа, 750 мл, гипоаллергенно, клинически доказано, большая вот такая бадья, и мне нравится, как это смотрится. Опять же, здесь есть дозатор-вспениватель, и мне кажется, что если потом туда разводить с водой гель для душа, и он будет вспениваться, тоже хорошая идея. Хочу попробовать. Вот как бы информация, кому интересно. Я вот такую у них первый раз увидела. Пенками для рук пользуемся с удовольствием, поэтому взяла. Хочу на момент отдушки протестировать. Что тут еще интересного у нас? Больше ничего. Аромат только один был представлен, то есть выбора не было. Так, смотрим. Такая пенка. Потом отзыв, конечно, оставлю. Ой, яркий, вкусный аромат. Слушайте, я такой кондиционер для белья хочу. Цветы. Цветы вкусные, неприторные такие. Со свежиночкой, с кислиночкой. Такой красивый, вкусный букет. И ярко достаточно выражено. И вот по тактильным ощущениям она прям такая нежненькая. Мне кажется, не должна сушить. Если вот пенка для рук, у нее немножко другая консистенция. Когда по рукам распределяешь, вот она немножко другая. Здесь прям как-то скользко, как будто масла в составе, что ли, мы с вами. Да состав особенно-то и не посмотрели. Вот он состав. Смотрите, кто понимает. Очень, очень ароматная пенка. Очень вкусная. Знаете, цветы, люксовый какой-то парфюм. Цветочный, неприторный такой. Чуть-чуть вот где-то кислая ноточка свежих таких цветов. Обалденно, мне очень нравится. Мне кажется, прям вот с таким вот душ принимать по кайфу. Заказик рандеву. Невероятно крутецкий аромабокс. Топ новогодних ароматов для нее. Ну, очень крутой, девчонки, новогодний, согревающий, просто какой-то невероятный. Сейчас расскажу, что понравилось, что нет. А вот какая здесь подборка ароматов. Конечно же, все по 1,5 мл. Конечно же, все с распылителем, что очень удобно. Поносить, потестировать аромат, выбрать любимчики. Обожаю за это именно аромабоксы. На рандеву оставляю вам, как всегда, промокод. Он будет в описании к видео на скидку 10% от 2500. И еще очень классная у них система накопительных скидок за отзывы. То есть 1 балл, 1 рубль, который тоже можно списывать в счет заказов. Очень удобно, очень здорово, иногда выходит очень бюджетно. Так, первый аромат. Я, девчонки, коверкать язык не буду, потому что не все парфюмы знаю. Здесь у нас про шоколад. Вот этот вот первый ароматик. Он у нас реально про шоколад. И это, знаете, что такое? Это шоколадный бисквитный торт. А с какой-то парфюмерной интересной одушкой, но вот прям вот именно тортик. Слушайте, очень интересно на самом деле. Он теплый, он согревающий. Там действительно есть шоколадные нотки, но они такие вот неприторные, там какие-то не ванильные. Это действительно какой-то шоколад с какой-то парфюмерной одушкой. Вот интересный очень аромат. Понравился, действительно понравился. Здесь у нас молекула первая. Я думаю, все с ней знакомы, в принципе, молекула, она и в Африке молекула. Третий аромат – это мой любимчик на холодное время года, я его просто обожаю. Это Герлен Аллегория Мандарин-Базилик. Просто обожаю. Вот очень нравится, он так красиво раскрывается на морозе. Это действительно мандарин, это действительно легкий такой аромат базилика. Я влюбилась в него, если честно. Четвертый – Монсера Кола.
Здесь у нас история про колу, и она реально про колу. То есть здесь есть такой лимонадный отголосок именно колы, а вперемешку, не знаю, какими-то специями. Очень интересный аромат, и это не то, что вы там напшикались, и вы идете колы и воняете. Нет, совсем не та история. Отголосок, легкий колы есть, и в целом букет получается прям вот очень классный. Мне понравился реально этот аромат, я бы с удовольствием его носила и взяла полноразмерку. Дальше у нас с вами пятый аромат, вот этот вот. Здесь что хочу сказать, вот он у меня как-то ничего особенно такого... Ну, восторга какого-то не вызвал, он интересный. Он, знаете, такой вот, я его почему-то хочу назвать аромат, когда сходил в баню, напарился и вышел весь такой чистый, и пахнешь, не знаю, зимой плюс баней. Нет, здесь не про елки, как бы не про эфирные какие-то масла, а вот именно такой вот аромат зимней чистоты. Он интересный, он обволакивающий тоже. Достаточно интересный. Прям, мне кажется, вот на каждой коже он абсолютно по-разному будет раскрываться. Но не могу сказать, что прям запало на него. Следующий аромат, третий. Ричард Кейк Попс. Наверное, так называется. Здесь уже будет заметно, что он мне понравился больше всего. Не знаю, как насчет кейк, но это ваниль. Это ваниль, это ванильная ваниль. Ванилью погоняет, и она очень крутецкая. Вот она реально крутецкая. Вот мне делали с этим ароматом комплименты люди, которые встречали на улице. Это очень приятно. Ваниль не удушающая и практически в чистом виде, не приторная. Очень красивая, очень богатая, очень вкусная. На морозе такое вкушать вот одно удовольствие. Очень понравился, прям вот очень. Следующий аромат — Труссарди. Лимитка, по ходу дела, да? Может, и не лимитка. Здесь тоже восторга сильного какого-то не вызвал. Несколько раз вот им пользовалась. Он интересный. И все. Вот они чем-то похожи с вот этим вот ароматом. И последний у нас с вами парфюм. Это тоже молекула розовая. Она очень вкуснючая. Вот она мне нравится больше, чем классическая. Тем, кому классическая вот чем-то является отторгающей, розовая должна зайти. Действительно, розовая молекула с классической химозно-смоляной ноткой, она есть, но ее обволакивает именно вот этот вот розовый аромат. Розовый аромат в каком плане? Он такой, не знаю, и не цветочный вроде, и не фруктовый. Молекулы — это вот какие-то полностью искусственные ноты, которые вот тяжело описать, лучше попробовать самим. Но действительно с розовинкой, вот с шампусиком каким-то, что ли, с игристым. Сладенькая немножечко такая. В целом подборка, девчонки, вообще просто великолепная. Просто великолепная. Мне очень понравилось. Я не пожалела, что взяла именно ее. Смотрите, какое оформление. То есть на Новый год, если не успеваем, то вот на следующий праздник и там на Рождество кому-то подарить, на день рождения, если у кого-то в январе. Ну, потрясающе. Зимой на себе носить все эти ароматы — сплошное удовольствие. Ссылочки все оставлю, как всегда, в описании на Ромбокс и так далее. Поехали дальше. Покупки Валберс, Яндекс.Маркет и Озон. Так, первое — это у нас Валберс. Чупики, набор чупиков. Сколько их тут штук? Вес 30 штук. 30 штук чупиков — это детям на новогодние розыгрыши в школу. Опять для класса заказала. Так, дальше еще раз пионы. Я вам уже показывала. Сейчас покажу в вазе. Я не знаю, поставлю ли я их в вазу или оставлю для каких-то других целей. Но заказала. Девчонка в Телеграм скидывала. Они увидели их первыми. Тоже захотели, но, видимо, я последнюю рвала. Потому что первый за 300 с чем-то брала букет, а второй уже был 210. Я, конечно, хапанула сразу второй беленький, но они очень красиво смотрятся. Сейчас в вазе покажу. Этот букет стоит в вазе Faberlic. Я немножко, правда, подрезала, потому что для этой вазы великоват. Где-то вот столько вот отломила. Там внутри проволока, снаружи пластик. Отломила, и вот так вот они смотрятся. Ну, мне безумно нравится. Красота нереальная. Мне кажется, одного букета достаточно. Если поставить второй, то прям будет вообще супер. Они классные. Мне нравится качество, мне нравится то, что они смотрят. Смотрится так вот, знаете, натуральненько. Ну, прелесть же. Дальше игрушки с ВБ. Одни пришли, повредили их в процессе перевозки. В общем, я сейчас распакую, все вам покажу. Здесь Дед Морозы большие, огромные. Здесь домики, они оказались маленькими. Я думала, они будут побольше. Так, с Яндекс.Маркета пришла приправа. Я покупала приправу Индиана раньше. Пластик, да, пластик. Приправа для картофеля Индиана в пачке, ну, в обычной.
Но мне так она безумно нравится. Это реально самая вкусная приправа для картофеля. Для обычного пожарить, для фри, для по-деревенски. Но она нереально вкусная. Причем она и не перебивает вроде вкус картофеля. Нет каких-то ярких специй. То есть на первый план не выступает там ни куркума, ни так далее, ни еще что-то. Нет. Все вот настолько гармонично и вкусно, что я вот прям вам от души рекомендую. Вот какой здесь состав. И вот все в меру. То есть картошечка просто получается вкусная. Поэтому я, конечно, поискала, посмотрела. Они есть, оказывается, в банках. Вот здесь, кстати, удобные вот эти штучки. И взяла, конечно, себе банку. Лерочка, по-моему, да, Лера в Телеграм хвалила приправу от Индианы для глинтвейна. Сказала, очень вкусная. Надо будет тоже попробовать. Так, теперь игрушки. Домики. Один домик вот пришел отколотый, то есть верхушка у него откололась. Я возвращать не стала. Сначала думала вернуть, потом там платный возврат, писать им, чтобы они мне деньги за возврат вернули. Они возвращают, конечно, но так неохота было. Три домика целые, один нет. Я думала, они, конечно, побольше. Разных цветов есть. Мы решили выбрать вот такой вот синий, более-менее он нам подходит. У нас в этом году сиреневые, белые игрушки и такой цвет морской волны зеленые. Повесим, покажу, как смотрится на елочке. Вообще нашу елку уже в Телеграм на Дзене тоже показывала. Вот, поэтому решила оставить, может быть, что-то тут придумаем, как можно веревочку вставить. Дед Морозов тоже помяли, они тоже разных цветов есть, они прям огромные. Помяли коробку всю, смотрите, как из одного места, но, слава богу, Дед Морозы целые. А, веревочки тут есть у них? Есть, да, много веревочек, кстати, в комплекте, это всегда радует. Такие красавчики, сейчас достанем. Когда Дед Морозов упаковывали, продумали, потому что помимо того, что они в коробке, у них еще верхушки были вставлены. А, вот в эти дырочки, то есть вот так сверху был пластик. То есть, чтобы их сломать при транспортировке, нужно очень сильно постараться. Домик, конечно, не продумали. Вот как они выглядят, такие вот маленькие, но симпатичные. Вот такие вот малышки разные с разных сторон. А Дед Морозы вообще огонь. Цвет мне так нравится, я в них так отражаюсь. Смотрите, Дед Морозы вообще классно. Это все пластик, но очень хрупкий. Очень хрупкий. Дед Морозы прям красивый. Покупочки Wildberries, это у нас снова снег, три штуки. Нам на зал не хватило. Это искусственный снег. Вот такие вот три баллончика кончаются очень быстро. Предыдущих три хватило на кухню и на детскую. Сейчас покажу, какая красота получилась. Вот такие окошки получаются. Очень красиво на это все дело смотреть в темноте. Детская немножко по-другому, подробно, как делала кухню, как делала детскую, рассказываю в Дзене. Есть прям отдельные ролики. Все показываю, рассказываю, как сделать вот эту вот прелесть. А сейчас пойдем делать зал. Покупочка Озон. Это у нас точилка. Муж заказал. Сейчас будем тестировать. Какая-то зарядка заряжается от USB. Так. Да. И вот так она была упакована. Открываем. Тут какая-то кнопочка есть. В общем, я не знаю, он сам выбирал. Механическая какая-то точилка. Высокая мощность, надежный механизм. USB кабель для зарядки. Высококачественный материал защищает инструмент во время заточки. Здесь такие ножки противоскользящие есть. Ну-ка, Крис, давай попробуем. О, гудит. Она, короче, сама там все вращает. И гудит. Сильно гудит. Сейчас попробую. Я боюсь. Ой. Ну, получится что-то. Нашли инструкцию на русском языке. В принципе, все понятно. А грубая заточка и мягкая заточка. Все точит. Прикольно. Как заряжается. Проходи, малыш. Да. Проходи, проходи. Вот. Разделочный, кухонный. Для фруктов. Мне интересно, вот ножницы можно точить? Можно. Я надеюсь. В общем, прикольная такая штука. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе, в том числе и промокод на рандеву на 10%. Надеюсь, вам было интересно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.